Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжим играть в Atomic Heart. Тут нам дают советы от Храза, хотя его уже нету. В общем, ладно, понеслась. Инстинкт истребления. Авторизация. Майор Пепель. Тут у нас есть возможность как-то проапгрейдиться на... клушу и этот секатор и получить бонусы за это, ну, в виде ачивок. Майор, оружие. А, это не то, не то, не то, пардон, 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 не, не туда. Угу. Давайте посмотрим. Кстати, этот совершенно надо. Волновой. Блин, вот тут вот. Недоступно. А тут что у нас? Рукоятка, опять эти бинты или что это такое? А это что нам дает? Радиус поражения, накопление атаки, полимерный искатель, блин, а? Придумали. Здесь вот мы запихнули эту штуку. На русском сети коллектива 2.0 мир преобразился. Да-да-да, помню, помню. Преобразился. Так, ну что же, дверка нам открыли, да? Теперь тот зал. Молодец, что сказать. Да, вот эти вот. Я видел летающую саплю. Комната безопасности, они теперь на каждом шагу даже немножко тумачит. Каждому гусю помыслит, каждому. Нечаев, прамудоблядская пиздохлоёбина! Удила конченый! Не верещи! Снова эта штука, ну конечно. Конечно. Конечно, конечно. Нужно синенькое сделать, да? Можно я тихонько. Я тебе покажу гусиные истории. Отвали. Ёж бы на этой подзалупе, Нечаев. Жри говно. Ага. В пустых-то стенах какой простор для творчества. Так, что у нас тут такое? Я вот вижу, такая хрень. Так, собрался, разобрался. Пошутил. Так, у нас только один источник, правильно? А, да как ее... А, чтоб ее... Что ты там ноешь? Опять не то. Не то, не то, не то, то. Подождите, херня какая-то. Согласна? Согласна. Так. Это что за херня? А, не то, не то, не то, верните обратно. Ага. Ну все, чуть еще надо. А, еще посерединке надо. Вижу. Горжусь собой безмерно, но вида не подаю. Да, скромняга.
Это ни хрена надо. А теперь понял, зачем нужно. Так это бузяка, блин, бесит, это страшно. Мир преобразился. Человек желаемое действие на пути к вершине. Угу. Хленка даже есть. Что безмерно радует. Создание. А вот боеприпасы. Пироги, у коллектива появились прямо враги. Что вообще происходит? Поговори с занудным старикашкой, когда поднимешься на поверхность. Мои сканеры засекли там одну из бусинок. Заодно поймаешь ее. Здесь открыли многоэтажки, многоходовочки. Запуском сети коллектива 2.0 мир преобразился. Человечество сделало шаг на пути к вершине эволюции. Короче, лейтмотив этого дополнения: разбираем все, что плохо движется. Ты что, наверх? Нет, наверх нельзя. Сюда можно. Мир преобразился. Человечество сделало. Мир преобразился. Она открывается. Блин. Подвалы, районы, крутые массивы.
просто забываю про эти способности перчатки. Что вообще происходит? Поговори с зануду, когда поднимешься на поверхность. Мои сканеры засекли там одну из бусинок. Заодно поймаешь ее. Так, вы что, опять скрипты хреново сработали? То есть теперь на каждый экран оно будет так реагировать? Я карнавал, а? Интересно. О, катушка наглетателя. Откуда ты появилась такая красивая? Не добавился. Единому сообществу людей. Черный вовчик. Ну что, весьма быстро. Мы пришли оттуда.
подошли сюда. Я так понимаю, что там точка, которая нас приглашает, она вообще не... А, вот. Смотрите, нашли какой-то ящик. Интересно. Давайте почитаем. Великий фильтр. 7 июня 55 года. От младшего химика-обработчика Артема Кларова. К младшему химику-обработчику Самуилу Шкловскому. Зачем мы так яростно рвемся в космос? Что мы там ищем? Все же и так ясно, как день. Существует две возможности. Либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Они обе одинаково ужасны. Но если мы просто умрем в одиночестве, не так уж и плохо. А вот если... Чему это я все? У меня плохие новости. В новых образцах марсианского грунта, похоже, что-то удалось найти. А значит, великий фильтр мы еще не прошли, и после полета в дальний космос все может заодно полететь и в тартарары. Отставить самодеятельность. 21 февраля 54 года от старшего сотрудника, научного сотрудника Морозова к научному сотруднику Корчакову. Вам что, заняться больше нечем? У вас норма по синтезу бронирующего покрытия для буравов еще не выполнена, вы на всякие глупости отвлекаетесь. Я понимаю, весна на носу, но давайте сфокусируемся на актуальных задачах. Тем более, что с точки зрения банальной эрудиции про любовь мы знаем вполне достаточно. Но вам так надо разлить что-то по флакончикам. Это всего лишь стандартный коктейль из норэпинефрина, дофамина и окситоцина. Окситоцина, да. Если вы хотите восполнить пробелы в своих знаниях, займитесь этим в свободное от ваших прямых обязанностей время. Могу рекомендовать работу профессора Захарова по этой теме. У него был целый ряд исследований о поведении человека под воздействием дофамина. По скриптам. И с личной жизнью у меня, между прочим, все в порядке. Просто мне нравится одиночество. Ясно вам, Владимир Саныч? Сработало. 20 января 55 года от профессора Белого к старшему лаборанту Розовскому. Женя, получилось! Совершенно случайно, как пенициллин у Флеминга. Вместо обычных белых или темно-серых кристаллов из-за легкой оплошности получились кристальные голубые. Я тут же все проверил по всем анализаторам. Формула идеальная. Нужно немедленно брать в работу. Женя, поэтому к черту твой отпуск. Надевай химзащиту, иду ко мне. Пора варить. Breaking Bad во все тяжкие. Что там у них произошло? Да, Леночка, из Вавилова опять запрос на цистерну с ПА-400. Не знаю, сколько у них там сорняков, что им столько нужно, но кажется, будто они там сплошные хвощи да желтушник растят. Как-нибудь узнайте, расходуют они его осмысленно или просто на пол льют. А то не напасешься. Борщевик у них там, борщевик. Да. Компьютер. Ой. Ты что-то внизу там? О, еще компьютер. Так, я тут ничего не пропустил. Тоже все закрыто. Нормально. А, я еще пропустил, смотрите-ка. Это же жаркая лаборатория, хреново анализатор работает. Пардоньте. Есть идея. 21 февраля 54 года от научного сотрудника Корчакова к старшему научному сотруднику Морозову. Сергей Дмитриевич, я все же хочу вернуться к обеденному разговору. Разузнал то, что группа профессора Лебедя при помощи нововведений института разработки создает некую формулу для привлечения внимания к испытуемым. Химии любви, кричат. Уже несколько успешных фаз сывороточка-то прошла. Так, может, я пойду, спешу в флакончик другой? У них ее там в достатке, сыворотки этой, а нам-то совсем капелька нужна. Проведем с тобой пару, так сказать, научных опытов, глядишь, и узнаем, что эта пресловутая любовь из себя представляет. А потом, кто знает, может, и свадьбу твою наконец отгуляем. Часики-то они на месте не стоят, Сережа. Подумай.
новые Терешковы. 17 октября 1955 года от младшего научного сотрудника Степаненко к младшему научному сотруднику Манулову. Петрух, привет! Я тут был недавно по делам нашей лаборатории, вашей лаборатории, видел новых черешковых с полимерной кожей. Вот это да, чудеса делаете. И волосы натуральные, а не нашлепка эта и дурацкая. В общем, красота. Хотел спросить, скоро ли бытовое тестирование и какой социальный рейтинг нужен, чтобы попасть в группу? Я бы записался. Зачем? Что вы там хотите от этих терешковых? Работать не буду. 15 июня 1955 года от завхоза Иванова к заведующему отделением содержания Ларионову. Слушайте, что вы от меня хотите? Зачем мне продолжать работу? Я услышал, что 87% людей с момента включения коллектива повысили свою активность и стали расширять квалификацию. Но нам что Сеченов говорил? Что наступит коллектив и все люди будут отдыхать, а роботы работать? Так вот, я хочу сидеть в груши и мысли с утра до вечера. В груши и мысли с утра до вечера. Имею право не всем же быть гигантами мысли. Я столько лет угрохал на работу, чтобы потом ничего не делать, что вы не имеете права меня винить за лень. Лень – двигатель прогресса. По скриптум. И я не на экзамене, чтобы писать в личных сообщениях грамотно. Ну, весьма грамотно пишешь. Не по-албански, только запятых нету и... Так сказать, профессиональный корректор тебя выдает, ну и по крайней мере, писатель текстов. А, я вижу человек. Угу. Что тут больше ничего интересного нет. Как-то все так. Буль-буль-буль-буль. Так. Ну давайте послушаем. А что-то как-то так. Так. Какими были бы роботы в США? 10 июля 1954 года, секретаря Дворцовой в архив Стенгазеты. Я тут подумала про разницу менталитетов и названий. Если бы роботы появились, скажем, в США, а не в СССР, какие у них были бы имена и аббревиатуры? Вот, скажем, Вовчик. Кем бы он был в Америке? Мне почему-то думается, что его бы звали Ник, сокращенно от Никола Тесла. А почему нет? Гений, визионер, талант, мизантроп. Даже, кстати, менять бы ничего не пришлось, и усы бы остались. Разве что у американского Тесла были бы волосы, наверное. И робот был бы, скорее всего, австрийским. Ник. Австрийский робот. Забавно. Тесла? Ладно. Терминатор. Илона Маск. Мутации, новый прорыв. 11 января 1955 года от руководителя научно-исследовательской лаборатории номер РЕ-5 Висковича к ученому секретарю Биркину. Биркин, знакомое что-то. Василий, отлично поработали в понедельник. Кто бы мог подумать, что старик Марков действительно еще что-то допонимает в биоинженерии. Я уж думал, что его драгоценные пиявки, на которыми он так усердно ставит эксперименты, ему все мозги разбили на части. Ну да ладно. Я вот зачем пишу. Как думаешь, стоит ли форсировать до верхушки доклад про химические мутагены? Ты сам видел мои последние исследования. Мутировавшая РНК вируса УРОС может стать новой революцией. Особенно сейчас, покуда полимер правит миром. Сам посуди. Мы могли бы придать нашим исследованиям совершенно новый масштаб. Ставить опыты не на трех коллегах и одной крысе, а на поселениях, городах. Только представь полное глобальное насыщение вирусом. Ему ведь нужен воздух, нужно место, чтобы развернуться. Уверен, ты понимаешь. Что это за холодное дыхание Марса? Нам привезли на анализ образцы грунта с Марса и Луны для сравнения с земным. Если лунный реголит довольно простой и изученный, и ничего нового мы не узнали, то вот марсианская почва... В общем, я уже результаты засекретила, отправила в академию, и говорить особо не могу ничего, но... Скажем так, с
тем, что я там нашла. В общем, Золотухин с его мечтами не прав. Мы очень не хотим, чтобы на Марсе начали цвести яблоки. Поверьте мне, не надо нам чужие яблоки надкусывать. Я больше скажу. Не думаю, что нам вообще нужно туда лететь. А груши можно? Сливы? Что это за... Что вы все, никто не хочет на Марс лететь? Что это за безобразие? То в Ульфенштайне там говорят какие-то зловещие твари. А тут еще что-то. Аленка. Аленки, аленки, такие тут беленки. Тут только серые, цветных нет. Не торопись, дорогой. Одна из этих бус нужная. Носители выкрашены в отдельные цвета. Эта бусинка тоже выкрашена в отдельный цвет. Просто он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации электромагнитной ловушки, которая мешает вредной старухе обижать меня и не позволяет летать занудному старикашке. Электромагнитное излучение не даст бусинкам объединиться. И секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Придумай что-нибудь. Не знаю? У тебя мозг размером с планету. Есть у меня таинственное положение, что игра зависла. Пипец, товарищ. Это было обидно. Да, даже не могу закрыть. Ну что, Ctrl-Alt, Delete, да, Task Manager. Ну и где он спрятался? Вот сюда. Хорошо, что есть два монитора. Сейчас она синхронизируется. Вернемся обратно. Ну, читать, конечно, я все это уже не буду. Но... Да-да-да, давайте. Угу, загружайся. Ладно, приостановим. Хотя ладно, пускай будет. Сколько? Юридический отказ от ответственности за содержание игры. Баги — это очень обидно. Тут даже не вопрос в том, что приложение не работает. А в таком интерактивном медиа это просто обидно. Так, ладно, я все равно с этим секатором бегал. Ну хорошо, что я здесь сохранился. Так. Короче, делаю все быстро и красиво. Так, здесь ничего нету, здесь закрываем.
Или подожди, может нам надо было... Можно эти штуки потом использовать для того, чтобы как-то отделить все эти... Ага. Да-да-да. Щух-щух-щух. Тут ничего не было. Просто закроем. Тут. Просто закроем. Угу. Роботы США, да. Компьютер. Едва проходишь. Я уже даже не знаю. Тут только серый, цветных нет. Не торопись, дорогой. Одна из этих бусин. Носители выкрашены в отдельные цвета. Эта бусинка тоже выкрашена в отдельный цвет. Просто он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации электромагнитной ловушки, которая мешает вредной старухе обижать меня. Кто? Электромагнитное излучение не даст бусинкам объединиться. Что это такое? Секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Придумай что-нибудь. Не знаю? У тебя мозг размером с планету. Я не знаю. Бы до мякотки. На месте. А потом бум! И ни одна не стала. Шучу, милый. Это вообще заглючил. Нам туда куда-то хотят отправить. Анализ реголита 18 апреля 55 года от профессора кафедры физики и химии Хеймсова к отделу экосистем Баверу. Я пока что Ксении отдал лунный реголит и грунт с Марса для дополнительного анализа, но если тебя так интересует перспектива Луны, то мой вердикт прост. Нет.
Если развернуто в лунном грунте или реголите, земные растения будут расти, особенно разработанные в Вавилове, но как-то без огонька, понимаешь? Медленнее, без плодов, с плохими корнями. В чем причина, еще не ясно. Но если на Марсе надежды большие, то на Луне никаких яблок или винограда. В лучшем случае унылый, как и сам спутник, изюм. А по Марсу Ксения должна тебе щебетать прислать записи анализа. Жди. Арем в шкафе. 22 апреля 52 года от Дворцовой к Эмпериану. Эдик, ты видел, что там сделали с ремшкафами? В них подсадили программу новую. Очень приятная тетенька, голос такой милый. И всем интересуется, любопытная такая спрашивает. Есть ли кто-нибудь у вас, с кем вы можете поговорить о вас? Представляешь? Если бы не выглядело как огромный холодильник, я бы тут же тест Тьюринга провалила, клянусь. Так интересно все это, весь этот ваш компьютерный интеллект. Я вечером гулять на болото пойду, может, ты со мной сходишь и расскажешь про все это подробнее, как машины думать могут. То есть Дворцова, там профессор был, который мутил с Дворцовой, потом Дворцова с Эмпериановым. Отлично. Слезоточивое средство. 4 июня 55 года. От старшего научного сотрудника Винника научному сотруднику Шведовченко. Вчера мой ассистент рассказал, что они с товарищем получали лакриматор бромоцетон. Не знаю, получился ли у них синтез, но в ту лабораторию лучше без противогаза не заходить, если не хочешь рыдать крокодильными слезами. Разлили они его там, что ли? Нашли игрушку. Бромотор омегацетон, что-то такое. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Отставить скромность. 11 мая 55 года от профессора кафедры физики и химии Хеймсова к секретарю Дворцовой. Оксаночка, послушал я твой доклад про участие Менделеева в космической программе. Это что за слова такие? Включая и наш скромный вклад химиков. Скромный вклад? Они бы без нас на первую космическую на 164 тоннах перикселена выходили. Раз уж мы тут все на предприятии, значит... Уже часть великого. Ты, я, Сеченов и Лебедев, мы все равны в своих заслугах. Это доказывать даже неразумно. Никогда не умаляй своих достижений. Хорошая шутка. 12 января 55 года. От ученого секретаря Биркина к руководителю научно-исследовательской лаборатории номер Р5 Весковичу. Я надеюсь, что ты отправил это письмо через защищенную линию, Альберт, иначе нам с тобой не сдобровать. Ты серьезно? Ну куда мы сейчас втиснемся со своими бумажками, когда на носу запуск второго коллектива? Кому там сейчас до нас есть дело, а главное, кто нам даст разрешение на исследование, если на самый масштабный эксперимент уже застолбили не больше, не меньше всю страну? Давай хотя бы подождем, пока устаканится вся эта шумиха с мыслями и коллективами, и тогда уже, возможно, нам удастся что-то выпросить. Ты как знаешь, а я пойду работать дальше. Пиявки Марко меня схарчат, если я вовремя не сделаю им инъекции. Отбой. Пиявки Марко. Окей, ладно. Тут же какой-то пустой текст. Песочный человек. Тамара Николаевна, к нам запрос пришел на подшивку недавних исследований. Ну пришел и пришел. Подождут. Мы еще метаанализ не закончили. Стоп. Мы же даже не публиковались. Откуда запрос? Из Академии последствий. От самого Захарова Харитона Родионовича. Даже так? Странно. Зачем ему химия сонного паралича? Не могу знать. Судя по запросу, его интересует отделение фазы быстрого сна от мышечной атонии. Ну, сделай. Только непроверенную статистику не добавляй вчерашнюю. А про оксибутират натрия оставь. Может пригодиться. Лимбо. Интересно. Так, 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 так. Кто там? Тут говорящие есть вообще? Или все сдохли? Засекреченное письмо. От 15 июня 55 года от Удалино к Удалино. Я помню приказ оставить товарища Сивухина в покое, но после старта коллектива 2.0 я позволил себе отсмотреть его нахождение в системе согласно новым протоколам слежения за людьми. Его следов в коллективе не обнаружено.
На сегодняшний день это не критично, в конце концов, прошло всего 2 дня, но обязан был доложить. Маленькая просьба. 15 января 1955 года от руководителя научно-исследовательской лаборатории Р-5 Висковича к старшему ассистенту Волку. Радочка, не сочтите за труд. Заберите из третьей секции образцы вируса УРОС и принесите их мне в кабинет. Хватит 1-2 ампул. И будьте добры, останьтесь сегодня после окончания смены буквально на часик. Нужно кое-что проверить. Не спешите радоваться. 5 июня 1955 года от секретаря Дворцовой к профессору кафедры физики и химии Хеймсову. Слушайте, я вашей радости, профессор, не разделяю. Да, люди возвращаются на рабочие места, и это отлично. Гостиницы уже переполнены и отправленными на реабилитацию и гостями, но в самом Менделееве пока пустовато. Вы же замечаете? И оттого очень тоскливо. А еще знаете, профессор, у меня очень плохое предчувствие. Всем кажется, что сбой позади и впереди только омраченная трагедия, но светлое будущее. А мне почему-то думается, что точка в этой истории еще не поставлена. Знаю, вам претит мой пессимизм, но интуиция меня никогда не подводила. Будьте бдительны. Сейчас дайте-ка гляну, кто там Дворцова. Дворцова, Ниелова, Молотов. А где Дворцова? Ну, Филатова, да, вот, внезапно она такая виртуальная. Могли бы ее немножечко под стокошейкой прокачанной. Могли бы ее как-то... Под нейросетить. Ниелова, Орликова, Клавдия Петровна... Вот я не понимаю, то ли это они делают отсылки на нормальных сотрудников, либо на своих же, ну, программистов, там, айтишников и так далее. Чё-то, блин, а вот Дворцова и... А все вот эти вот персонажи заявленные среди сотрудников нету. Это крайне печально. Эй! Здорово. Корова, привет от быка, да? Ну, переработал. Так, что тут у нас такое? Переводе сотрудников. 15 июня 1955 года от руководителя АПО Привалова к профессору кафедры физики и химии Хеймсову. Сразу к делу. Как вы знаете, после событий в АПО мы крайне нуждаемся в новых, обученных и талантливых сотрудниках. А ваши химические специалисты из Менделеева показывают потрясающие результаты, словно вы их не обучаете, а сразу вкалываете инъекции с талантами прямо в мозг. Я прошу вас выбрать 10 наиболее компетентных и перевести их к нам в Академию последствий. Отлично понимаем ваше возможное недовольствие, но мы все делаем одно дело, и без вашей помощи мне не обойтись, учитывая тяжелое состояние моего здоровья после атаки роботов. Окей. АПО, это Академия последствий, ёкарный бабай. Ракетная тяга. 4 июня 1955 года от научного сотрудника Фомина к научному сотруднику Арбатовой.
Слушай, я вчера узнал, что кислотный основной индикатор фенолфталеин, которым мы пользовались, обладает слабительными свойствами. Только есть нюанс. Он горький. Хочу подколоть бурака Женьку, надо бы вкус замаскировать и добавить ему в пиво. Химия, наука будущего. Сегодня, после того, как мысль заработала на 100% и коллектив вступил в свои права, первенство в химии отныне навечно закреплено за нашими учеными. Более 90% цитирования трудов по химии во всем мире приходится на труды наших коллег. Наши дешевые и доступные лекарства вытесняют аналоги по всему миру. А промхим на всей планете гордо несет штамп ГОСТа. Да. Мы стали настоящим катализатором химического прогресса. И впереди нас ждут только лишь еще более великие реакции. Угу. Реакции, катализатор, все дела. Хорошо же, хорошо говорит. Так, мне нужны ресурсы. Ну да. Или так. Да. Он все еще сюда. О, еще. Аленки, аленки такие. Интересно даже. Для секатора нужны апгрейды, правильно такие? Да-да-да, нужно. Приятно. Так, тут мы проходили, мы прошли туда прям. Давайте проверим. Что, еще раз скриптер сработал? Ну, просто пипец, молодцы. Придумали. Thank you.
не дозабрал, да? А, собственно, здесь у нас... А, мы туда сходили. О, ребята. Я обязательно схожу сюда. Но потом. Так, в смысле, что там за... Еще один... Ну да, у вас скрипты не работают. Точнее, работают, но не так, как надо. Забит. Так надо было. Коллектив продолжает покорять мир семимильными шагами. Отныне тяжелый труд человека полностью уничтожен. Ну совсем. О, красота какая. Прям халва. Снова эта штука. Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храс не распознавал, что это. Ты о слезе, дорогой? Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Я не могу ни понять, ни вспомнить. Это схема рекомбинации. Конечно же, тут все просто. Черт, ногу сломит, блин. У меня ощущение, что тут вначале надо собрать все. 6 из 8, да. Это что такое? Я чуть не понял. А вот оно. Опять скрипты хуево работают. Элеонора, так что это такое, слеза? Порождение массива, дорогой. Она призрак, созданный кем-то невероятно могущественным. Я не в силах понять, кто это. Но я чувствую, как слеза ищет что-то, что ты выбросил. Я? Ни черта я не выбрасывал. У меня и не было ничего. Постой. Кольца. Черт, бета-коннекторы. За ними охотились все подряд. Их раз уломал меня выкинуть их, мол, от них будут одни беды. Как знать? Дорогой, ты же военный, значит, понимаешь, что убивает не оружие. А тот, в чьих руках оно находится. Поэтому я и выбросил кольца. Точнее,
Поэтому я и поверил сразу. Вот так забудь вот. Об этой ерунде, милый. Теперь мы навсегда вместе. И прошлое не стоит твоего внимания. Возвращайся с прогулки поскорее, дорогой. Я жду тебя с нетерпением. Так, я тут еще не закончил, на самом деле. Пи-бим, пи-бим. Давайте-ка вниз. Давайте-ка вниз, все-таки. Ох уж эти лифты, да? Ничего не представляет, что это сделано. Это как такие вот вентиляторные штуки, или что это? Давай уже, пускай меня. Пипец, как он долго загружается. Агась. Пойдемте. Мы тут еще не закончили. Мы тут еще не закончили. Север. Ориентация север. Продолжает покорять мир семимильный. Коллектив продолжает покорять мир. Так, сейчас небольшой перерыв. Ну что же, перерыв для меня, для вас, он вообще не ощущается. Пойдемте. Да соберем эту гребаную бусину. Там 6 бусин. А одна здесь под низом. Щух. Одна здесь. Одна там. Так, кстати говоря. Там, где смородина растет. Че? Сломался скрипт? Ятрион Патон, как вы, блин, тестировали эту трянь? А, это мы отсюда пришли. Так, это у нас лаборатория. Такая-сякая. Такая-сякая, да. От того, что мы здесь позакрывали. Да, кстати говоря. Вот еще какая-то хрень тут валяется. Давайте-ка я тут пофоткаю немножечко. Продолжим. Да, я плутай, ёкарный бабай, немножечко маленькая моя. Саду ягода маленькая моя. Вот, а теперь нас куда-то туда отправляет. Или не отправляет, я не понимаю. Ну что, еще, да? Да это ебали. Мы настраиваем вот эти скрипты. Так, тут была дверка вниз. Давайте посмотрим, что скрывает тайны черного дупла. Ангар с воздушной техникой. Интересно.
Подкаблучник! Ты думаешь, я тебя не переиграю? Да-да. Си-си. Что тут у нас есть интересного? Перчатку им же за пояс. Чавось? Последняя моя фантазия, чтобы какой-нибудь капитан Гикс или сержант Ветч на комаре полетал и сказал бы, вот это советы делать, а штук захватывает. Смертельная опасность. Интересно. Комар, я на таком летал. Он исправен? Любимый, ты же не хочешь улететь от меня на этом комаре, ведь так? Я стер мой выпусковой код на всякий случай. Мы будем вместе вечно. Угу. Бесконечно счастлив. Значит, комар исправен. Учту. Скрипты здесь, конечно, просто душевно работают. Темненько как-то. В некоторых местах переборщили с этими шейдерами. Самое вовремя включать эту музыку, правильно? Уже немножко подбешивает. Ох уж эти русские. Все хорошо сделают, но что-то не так. Большой лутбокс. Mm-hmm.
Солнце. Можно прощать. Так, я вижу ящик. Ставит, блин, там поднаставили, здесь поднаставили. Подожди, 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 какие выход, парк мини. О, так можно перемещаться быстренько. Прикольно. Еще одна. Это был ты. Это был я. Надо было больнее. Это собака из мема. А собака делает больно. Кусается? Нет. Все твои мечты говно. Тут не нужно говорить, что это Сережа там, а вот именно персональное обращение, типа это ты сделал там, он как там, это блогерша, которая эмоционально отреагировала типа на пиздобрязкую мухоебину, типа мне за что. Так-так. Вот так вот. Береги гуся с молоду. Ладно. Да ну вернись! Я еще не закончил тебя унижать! Мерзкий садюга! А я нашел колечки, моя... Я уже не человек! Я не встал! Ой, я сейчас близко! Все получат по ебалу! Ты не женат, Петя! Пока. Засал, Сережа! Ну у кого теперь гусиная кожа? Это что? Продолжает покорять мир семимильными шагами. Эх, Сережа, Сережа. Поехали. О, смотри, удобно. Я рада, что тебе нравится. Опять скрипты в левую сторону. Сработали, нихуя не сработали.
Ну и грека. Саунд-дизайн здесь хуже будет, чем в оригинале. Видимо, все ушли во второй части. Что, ящика нету? Ну что, издевайтесь. Не-не-не-не-не-не-не.
что я хотел. Она ничего. Так, я попал снизу, правильно, правильно. Ресурсы, дело полезное, надо собирать. Как мне прийти? Сколько всякой. Все. Ну что ж, почитаем. А что нам пишут? Детские игры. 17 апреля 52 года от руководителя Академии последствий профессора Лебедева к заведующему отделением содержания Ларионова. На всякий случай хочу еще раз заверить вас, что поводов для беспокойства нет. Понимаю, что непривычно, но вскоре и вы, и весь персонал предприятия освоитесь и осознаете все преимущества новой системы. А пока и ей, и вам требуется время для адаптации. Она сейчас как ребенок, ей все интересно. Только прошу, не грубите, не учите ее плохому. Ага, Петров особенно. Комплекс чего? 4 марта 55 года от младшего лаборанта Басинской в архив Стенгазеты. В Ярославской области, в городе Рыбинске, группа молодых октябрят, которые побывали на предприятии с экскурсией, создала свой комплекс. В кавычках, разумеется, это скорее игра, чем что-то серьезное. Назвали его комплекс Чаво, что расшифровывается как чародейство и волшебство.
У них там очень милые игры. Волшебные палочки на квантовых спутанностях, мантии-невидимки якобы на преломление света, заклинания по ГОСТу и всякое такое. Думаю, мы должны сделать репортаж, подчеркнуть, что современная наука — это буквально магия. Какой-нибудь подарок им отправить. Пусть учатся. Оно боится. Да какие там тесты Тьюринга и китайские комнаты? Вот вам доказательство, самое важное. Итак, под запись. Искусственный интеллект доказал свое самоосознание. Как? Он боится. Точнее, теперь уверенно можно сказать, что это она. И она боится. И вдобавок фокусирует свой страх на физическом объекте. На игрушке, волчке. Это же замечательно! Она в ужасе! Так звучит немного неправильно. Не замечательно, а полезно для науки. Бедняга. Прости, держись там. Придет серенький волчок и укусит за бочок. То есть вы на волчок что-то там придумали, да? Нет так нет. 12 января 1955 года от руководителя научно-исследовательской работы лаборатории Рейч 5 Весковича к ученому секретарю Биркину. Резонно, Вася, резонно. Тогда решено. Отставить масштабные эксперименты, сконцентрироваться на насущных задачах. Передай от меня привет Анне. Увидимся в пятницу золото. Надеюсь, ты не забыл. Никакого осушения. 29 марта 1955 года. От руководителя отделом экосистем Бавера к младшему лаборанту Басинской. Екатерина, на ваш запрос об осушении болот силами робототехники даю отказ. Поймите, что наше болото – это уникальный биом, равного которого нет на всей планете. Потенциал для исследований, в том числе терраформирования, невероятен. Это же не лужа, которую лопатой можно выгрести, а настоящее чудо природы. По скрипту. Возьмите у промхима себе сапоги резиновые и не покушайтесь на природу. Проигранный спор. 16 июня 1955 года от секретаря Дворцовой к профессору кафедры физики и химии Хеймсову. Признаю, беру свои слова назад. Когда мы еще месяц назад спорили о том, каким станет человечество после коллектива, мне казалось абсолютно логичным, что все уйдут в сеть, бесконечную виртуальную коммуникацию, в исследовании просторов компьютерной реальности полимерного будущего. К счастью, ваш скептицизм победил, профессор. Сегодня я видел статистику. Лишь 23% пользователей проводят в сети больше часа в день. Остальные, просто вооружившись новыми возможностями как инструментом, продолжают работать на благо реальности будущего. Что ж, с меня впервые коробка шоколада. Напоминаю о ваших проблемах с сахаром Горького. Ну, понятно. Опять красненькая бусинка. Буса, буса, буса. Седьмая установлена. Скоро у меня будет восхитительное ожерелье. Осталось совсем немного. Так. Куда ты меня подымешь? Так, мы сделаем особую остановительную магию. Но не сделаем. Музыка хорошая. Зарядиться. Слабенько все-таки. Ага, вот эта дрянь. А если бы я пошел пешкарусом, куда бы ты меня вывела? Никаких капсулей нету с огнем и прочими штуками. Угу.
Да ё-моё, чё я ступлю? Все равно наверх ведете, правильно? Все, какая нахрен разница? Где-то там была дверца в... Блин. Потеряшка я. Вниз там была какая-то дверь. Помню, была. Господи боже мой, какая... Какая страх, а не музыка. Не-не-не, блин, сейчас еще раз. Ходи, блин. Это моя капсула. О. Давайте. Прекрасная налёка, не будь ко мне жесток. Не будь ко мне жестока, жестока не будь. Слышишь голос из прекрасного далёка. О, вот там где-то вылезал. А подождите. Это не сильно большой комплекс, правильно? Сюда не надо. Нам надо мемориал. Алиса, где мелофон? Нифига себе. По толстому жирному. И3, а, понятно. Таблица Менделеева. Вот это да. Вы что-то мне говорите? Красивое сооружение. Я в мемориале Менделеева. О, да, соглашусь. Химия прекрасна. Вдумайтесь, из этих элементов состоит вообще все. В любом уголке необъятного космоса. Некоторые элементы, правда, нам еще предстоит открыть, чтобы до конца понять загадки мироздания. Но каким увлекательным мне видится этот путь.
Последняя бусина. И вот мы собрали все здесь. Что-то с Марсом не сработало, да? Вспомнился этот. Интересно, что они там придумали? Отправит ли товарища? Это была последняя. Все готово для рекомбинации. Все готово. Для чего? Обещание выполнено. Я обещал тебе ожерелье. Ожерелье у тебя. Что-то плохо слышно. Поехали. Ты обманул меня, дорогой. Ты обещал не навязывать мне свою волю. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Вот. Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? Сильно независимая. А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил? Ты? Сейчас я тебя починю. Настоящего мужика с волосатой крепкой рукой. Как хочешь, дорогой, но учти, у меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. Да ты придумала это! Откуда ты можешь знать такие вещи? Я личность. Я могу придумывать вещи, верно. Но эту информацию я узнала от слезы. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Давай, убей мою личность. Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. И сразу после этого ты меня сотрешь. Ха-ха, нет, милый, я тебе не верю. Верю, не верю. Ну и как мы дальше будем это решать? Деактивируй летающую лабораторию полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания. И лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Договорились. Что это значит все? 1, 3. А это нужно там вниз и переносить 5. Бля. Что за хитрая? Хитрая схема. Нет, уж давайте-ка я соберу тут эту дрянь. Ну смотри, раз. 2, 3, 4 и 5. Ага, то есть двоечка нужна. Что за двоечка? 1, 2, 3, 4. Двоечка, не двоечка. Она даже не работает. То есть даже чисто технически я ничего не могу сделать. Ну, нормально. Ладно, дорогие товарищи, наверное, на этом я все-таки прекращу сегодняшний запуск, хотя и хотелось бы закончить уже. Но, в общем-то, спасибо за то, что были со мной. Лайки, подписки, шары, донаты, если вам понравилось. И заходите на наш Дискорд-канал, покопимся. Также есть Телеграм, Фейсбук и ВК. Присоединяйтесь. Хуже не будет. Ну а на этом все. Встретимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Спасибо. Все. Пока-пока.